Подошел к концу второй день форума свободных народов пост-России, который проводился в институте Хадсона в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне. Вчера, в первый день этого форума, выступала Марина Ханхалаева из Тускар-Бури от Монголии и я. Сегодня проходили дебаты между сторонниками Единой России, так скажем, и сторонниками независимости. И по впечатлению общему, у сторонников независимости было гораздо больше аргументов, веских аргументов в пользу независимости своих стран. Но вообще это были достаточно условные, так скажем, дебаты, потому что даже у сторонников централизованного государства или федерального также не было такой очень жесткой позиции по поводу сохранения огромной территории в рамках одного государства. То есть даже люди, которые вроде как бы должны были защищать Единую Россию, на самом деле говорили, что все будут решать народы и население тех регионов, которые будут либо отделяться, либо объединяться. Завтра форум продолжит свою работу в Филадельфии.